Вход платный? Частично. И сколько же? Сколько есть. Вы что, а как мы потом будем добираться? Вы не они, они не платят. Вы платите. Кто не они, кто не платит? Можно, а мне нельзя? Прости, пришлось немного задержаться. Не скучал, надеюсь? Как видишь, нет. Как обычно. Я тут поглядывал на девочек. Ты в курсе, сколько такое бикини стоит? Да? Хрена. Все эти стразы, веревочки, фигня всякая. Куча денег. От 10 штук и больше. В чем бы и нет. Это же костюм. А костюм от Дорса стоит. Да, но тут-то ткани поменьше, чем в обычном костюме. С одного моего пиджака можно 10 штук таких сшить. Здравствуйте. Готов сделать заказ. И вам добрый вечер. Мое имя Воланг, и сегодня вы меня обслуживаете. Будьте любезны, один бургер ультимейт с беконом, спагетти, колбасу и золотую корицу. Ваш заказ скоро будет. И, кстати, мороженое мы подадим теплым, поэтому для разогрева воспользуйтесь реверсивной микроволновкой. Один шарик мороженого. Хорошо. Я один клуб знаю, в нем девчонки вообще в драгоценных бикини танцуют. В каком смысле? Да, в самом прямом. У них купальники расшиты стразами Сваровски. На эти деньги можно было бы машину поддержанную купить, а то даже и новую. Это одна из причин, по которой они такие дорогие. Сначала они привлекают внимание, потом возбуждают, потом парни готовы кидать любые деньги на цену, лишь бы они продолжали сверкать. Настоящий бизнес. Их хотят. Вот что смысл кристалл. Будь их трусики липкие, расшиты кристаллами, все они переливали бы, как ты заливался с цветами радуги. У всех бы слюнки. А знаешь, что Фрейд говорил о женской... Нет. Он говорил,
что это всего лишь представление разочаровавшейся мужской сексуальности и не отражает всякие там женские чары. Чё ты несёшь? Современный мир. Ты хочешь сказать, что они, мы восторгаемся? Да пошёл ты! Всё готово. Эй, Волан, постой-ка. Как ты думаешь, ты бы её... Ладно, мне пора, мы еще тех не отправили. Серьезно?